Вот так вот шикарно сделали дорогу в сторону обсерватории. Вот, короче, идет дорога. И вот на обочине ямы их просто тупо пролили смолой и кинули вот так вот, вот как вот здесь вот видно, пару лопат мелкого щебня. Ну и так везде, в принципе, вот они пролили, кинули пару лопат мелкого щебня, вот это глина. Один дождь, и этого ремонта нету. И вот здесь вот якобы сделали дорогу, а на самом деле это просто тупо, смотрите, мягкая. Под моим весом уже проваливается. Если сюда наедет машина, она просто это все разорвет. А дождь это все помоет. И ремонт дороги как бы уже сделан. Ремонт дороги готов. Вот еще один. Сейчас вам покажу прямо перед перекрестком. Вот он, шикарный кусок. Смотрите, вот прям видно, как лопатой кинули щебня, прибили. И нормально. Пойдет. И вот там он въезд. Хороший ремонт. Супер. Классный ремонт просто. Замечательных дорог в Крыму. Это просто так ремонтировать надо. Так должно быть, как бы. Это по технологии. Даже не выдували старый мусор. Просто швырнули смолы, засыпали сверху щебнем. И дорога, блядь, готова. Так и должно быть.